Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в мае этого года ускорилась, но оставалась ниже общероссийской и составила 8,1%. Меньше всего в округе годовая инфляция выросла в Нижегородской области и республике Мариэл. В Мариэл сильнее, чем в большинстве регионов округа, снизился годовой прирост цен на бензин. Самая низкая в Приволжье годовая инфляция – 6,6% – по-прежнему была в республике Мордовия. Там меньше всего выросли цены на продукты питания благодаря высокой конкуренции производителей. Цены на продукты в Приволжье в мае выросли за год больше, чем в апреле. Основная причина – это увеличение расходов производителей, в том числе на сырье и оплату труда. Например, для кондитерских фабрик стали дороже какао-бобы. В странах-поставщиках случился неурожай, и мировые цены на какао-бобы увеличились. В результате кондитерские изделия стали дорожать быстрее. С другой стороны, внутри страны увеличилось предложение сахара, и годовой рост цен на него замедлился. В целом, в Нижегородской области годовой рост цен на продукты в мае тоже замедлился. В частности, замедлился рост цен на плодово-овощную продукцию. Благодаря увеличению импортных поставок некоторые фрукты, например, апельсины, подорожали не так сильно. Цены на непродовольственные товары увеличились из-за роста затрат, которые учитывали производители. Это связано с высоким спросом внутри страны. Поэтому подорожали одежда, парфюмерия, косметика и ювелирные изделия. В сегменте услуг наиболее заметным был годовой рост цен на авиабилеты эконом класса. Это связано с повышением спроса на путешествия по России. Чтобы снизить годовую инфляцию в стране до целевого уровня вблизи 4%, Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени. По прогнозу специалистов, в таких условиях годовая инфляция достигнет цели в 2025 году. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.